Ой, понеслась, это шахматный камбэк. Все, дай Да. мне Никит. Все, только дай действительно я поп... Не надо играть король E2. Ну ладно, пойдем. Он... Ну, конечно, побьем. Ну все, можешь играть, в принципе. А до этого как будто не я играл. Король F4, это так, я тебе скажу. Что, провокационно? Выглядит не очень. Мне показалось, что ферзь e5 это мат, но... Это никакой мат. Явно же все очень безопасно. Ну да, много фигур охраняет нашего короля, в принципе. После слон c5 нам, нам после слон c5 есть шансы мат получить. d4. А, послон c5 у нас... да, уже... Вот были шансы до этого. Там было играть e5, и потом слон c5. Я об этом имел в виду. Когда король d2, ферзь d4, в этом идея. Да, на сыграно конь f6. Нужно как-то подразвиться, ты не считаешь? Нет. d3, это что? Это уплотняем позицию. Ну чё, угроз нет, да, в принципе? Да. Вот h5 интересный ход. Напал. Он считает то, что он не получил из дебюта никакого перевеса и продолжает развивать фигуры. Ну, h3, ну, конечно. Коней заморозить нужно. Ладно, пора. Пора? Да. На 10-м решили выдвинуть. Сейчас все закончится тем, что отдаст ферзя, я уже чувствую. Слон Е3 его почти ловит. Вот почти, если бы не поле h4. Ну ладно, может быть конь... ну ладно. Не, это выгодно все равно. Зато у нас все фигуры с темпом вышли. Так, Да, после ферзя... в начале партии замани ферзя в центр доски и выводи фигуры с темпом. Я бы король d2 пошел, наверное. Да, я подумал об этом. Так тоже ничего, ему сейчас придется меняться. И теперь я бы король d2 никогда в жизни бы не пошел. Что это? Заманчиво. Может взять? Конечно, линия откроется, ты чё, хер на эту ладью. Хардиню. Вот еще одна есть. Заманчиво, говорит. А на ладья d6 чего? Ладья d8? Ну, ферзь b3. Ферзь b5, не знаю, по ситуации. Конь g5 еще есть какой-то ход. Так, наверное, все-таки. Если белопола как-нибудь вывести. Да вот вообще, наверное, король... Ну вот король как-то... Как королем через линию пройти? А, вот сейчас мы можем пройти смело. Летящей походкой. Ладно, сюда. Почему сюда? Надо было на d2. А, туда шо? Ага. Да, ну вообще качества-то не хватает, должен признать. Ну, g5? Ну, только на g6 его подталкивает, он туда и хочет. Не, пора пешки есть. Уже флаг падает, пора есть спешки. Да. Теперь тут. Ну, ладья же сейчас зайдет. И тут. Ну, еще, ну, d4 самое безопасное. Да, это натыкалось на... А нет, на... я думал, это на e5 натыкалось. Печаль, нет? Ну, вперед, да? Конечно. Мат идем ставить? Да. Не, он в панике уже, все. Человек поплыл, явно. Ну, на h6 не хочется, наверное. Да, погоди, шах ушел. Давай на h4. Ну, c6 очень хочется. Ну там мы, наверное, огребем. Да и что? Понятно. Ой. Как мы без нее будем жить? Как не получить мат? Солнце 4. Ну нужно было солнце 4, Никита. О, да. Слон f8, к сожалению, пока. Но, тем не менее. А, так. Ну, коня пора туда подтягивать. Надо d6 будет какой-то. Конь — это мощный ресурс оборонителей, между прочим.
Нам по-прежнему мат дают, если честно. Ладно, пошли. Пойдем Ой, назад, пойдем назад. фигзя отдал. Ладно, не страшно. А он не берет. Тем более. Пойдем назад к своим. Ладно, хоть он не берет. Ну ладно, мы срубим флаг. Вообще, если честно, я не сомневаюсь в этом. Отлично. Держимся за пешки. Так. Так-то прижжён, думаю. Во-первых, да ты тончайший ход. Отлично. Не, ну 8. Ну как тут не получить мат? О. Почему входит вокруг этой пешки? Это наш шанс, кстати. Не знаю. Да нет, заматывает, я думаю. Да нет, уже все. А, нет, он лагал пусто. Да? Да. Это жесть. По-моему, это блестяще. А, мы выиграли. Да. На цепи. Тупейший камбэк из всех.